Альбатрос Цитадель. Банкомат. Отель сделан как форт такой. Все камень. Стилизован под форт. Первая линия. Тут две лагуны. Туристы очень любят этот отель. Он по цене недорогой, но качество Альбатроса. То есть питание хорошее, чисто, уютно, обслуживание хорошее. Территория у отеля небольшая. Основной ресторан. Вот здесь проходят обеды, накрываются столы. Также проходят как а-ля карт. Это одна бухта, и дальше чуть еще одна бухта. То есть здесь можно, в принципе, с другой стороны купаться. И вон еще один. Чуть дальше бассейн, где можно купаться. Бар на пляже. Номер делюкс после реновации. Номер стандарт. Стандарты от 36 квадратов до 58. Реновация в отеле проводилась в 2018 году. Отреновировали все общественные зоны. Рестораны, пляжную зону, бассейны. То есть вся территория обновлена. Также обновили 3, 6 и 7 корпус. И определенные категории номеров. Вообще 60% номеров в отеле после реновации. Infinity бассейн. Всего 9 корпусов. В главном здании 11 президентских сьютов, но это не контрактные номера, то есть их купить в онлайне невозможно. Если вы приезжаете в отель, вы можете просто сделать апгрейд на эту категорию номера. Все номера в отеле с прямым фронтальным видом на море.
552 номера. Халаты, тапочки под запрос. Wi-Fi везде бесплатно. Мини-бар, вода и софт-напитки. Есть два главных ресторана, два а-ля карта. Одно посещение за все время проживания бесплатно. Единственный платный ресторан – это рыбный. То есть он полностью по меню. На каждом пляже вы можете взять полотенце и бар на каждом пляже, то есть идти далеко не нужно. Анимация активная, бильярд на пристани, два теннисных корта, они бесплатные, единственное вечернее освещение будет платным. Есть кафе на Марине, с 10 до 17 там выпечка, мороженое, круглосуточный бар на ресепшн. Браслеты от трансфера до трансфера, то есть когда вы заезжаете, даже если раньше 2 часов, то вам одевают трансфер. Вообще заселение в 2 часа. Если вы хотите заселиться раньше, то нужно будет оплачивать. Соответственно, когда выселяют вас в 12 часов, браслет на вас остается, вы можете пользоваться территорией, всей территории отеля. Алкоголь с 10 до 12 ночи. Это снэк-бар, работает на обедах или вечером. Тут а-ля карт ресторан. Первый корпус — это номера family. Там 4 кровати полноценные, то есть, например, может быть одна двухспальная кровать King и 2 односпальных кровати. Номера делюксы в 1, 3 и 5 корпусе полностью реновированы. В корпусах 6, 8 и 7 стены из кораллового камня. Но для того, чтобы заказать эти номера, нужно писать примечание. Вообще стандартов очень много. То есть стандарты начинаются от 36 до 58 метров квадратных. Самая маленькая площадь 2 человека, 58 квадратов могут заселить 2 плюс 2. Здесь барбекю. Рыбки. Можно поплавать с маской. Тут прям открытое море. Здесь проходят обеды.
Ну, сейчас людей мало, видимо, не накрывают столы. А так тут проходят обеды. И вот такая пристань с яхтами. Караоке-бар. Еще один основной ресторан.